Жил-был простой Серега, жил и никого не трогал, но коротко ли, долго ли, пришли, Серегу потрогали. Серега, дай денег на пиво, Серега, заплати за квартиру, Серега, убери за котом, Серега, пойдем, пойдем, Серега, почини на кухне кран, Серега, не ходи туда, баран, Серега, спи, Серега, вставай, Серега, давай, давай. А Серега говорит, вам, Серега говорит, вам, я ничего не дам, я вам ничего не дам. Серега говорит, вам, дело в том, что у меня ничего нет, и я вам ничего не дам. А еще жил просто Володя, Володя жил как лопух в огороде, был добрый как минералка, Володе было ничего не жалко. Володя, дай денег! Дай переночевать! Володя, у меня дырка в штанах, Володя, дай штаны! А пошли грабить банк! А я пошлю тебя на... Скажи ментам, что я отсюда! Володя, водку будешь? Но когда-нибудь через год, пять или семь, Володя вдруг поменяется совсем. И на простую просьбу он ответит строго. Действительно, попросите Серегу. А Серега говорит. Серега говорит. Я ничего не дам. Я вам ничего не дам. Серега говорит. Ничего личного, но... А чего вы, стесняетесь, что ли? Серега говорит... Дело в том, что... Вам у меня ничего нет, и я вам ничего не дам. Серега говорит... А вы знаете... у меня ничего нет, и я вам ничего не дам. Спасибо.